Да, не я повезет. Только что-то сегодня не очень понимаю, как это все. Ну, дальше там это будет развернуто, но какая она в жопу королева, Жофрей несовершеннолетний. Это жена. Мама еще не сложила полномочия. Она... Нет, Жофрей же несовершеннолетний, это самое главное. Обженись-то хоть весь. Ну, сначала должны произвести в короли. Раз. Не, ну в короли-то его, допустим, уже можно произвести, но он все несовершеннолетний, он не может править. А значит, его жена не будет настоящей королевой. Естественно, да, да. Ну, то есть, мама Лена полномочия еще не сдала. Не может она их дать просто. А он все равно кривляется. Да. Ну, опять же, ему, 4... ему что, сколько там, 14 лет, кажется? Или 13? 14. Ну, маленький еще, да. То есть, я даже не знаю, в 13 лет вообще можно было тогда, в средневековщине я имею в виду, законный брак заключать, неважно, король ты, не король ты. Помолвку можно, да, не вопрос. Хоть ты еще не родился, помолвку можно уже сделать. А браком... Как-то маловат. 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 Ну, тетеньку можно женить в это время. Да. Законно. Да. Все. Тем более, что Маргоша его старше. А мальчика в 13 что-то сомнительно. И уж точно совершенно никакой королевы она не будет. Она будет женой короля, перспективной королевой. Мама Лена ее еще отравить успеет 33 раза. Да, 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 чтобы не борзела, блин. Мама Лена тут озверевшая уже вообще.